Добрый день, уважаемые коллеги. Тема нашего очередного занятия – это фаза постэксплуатации. То есть, что делать, когда вы нашли какую-то уязвимость, позволяющую в общем случае выполнить код на целевой системе? Ну или что делают злоумышленники, когда они находят такую уязвимость? И опыт какого рода у нас нам можно у них перенять?